Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе двухкомнатную бюджетную квартирку за хорошую цену. Значит, здесь у нас детская игровая площадка, зона отдыха, беседочка. Вот такое здание круглое. Оно состоит из двух блоков. Наша квартира находится на высоком этаже этого здания. В этой стороне у нас открытая парковка. Айдат у этой резиденции 100 лир. Вот здесь у нас открытая парковка. Это расстояние отсюда до воды Средиземного 1300 метров максимум. До улицы Ататюрка здесь 350 метров пешей ходьбы. Идемте в здание. Ухоженный сад. Бассейн у этого проекта установлен на крыше, но пока не функционирует из-за пандемии. Айдат 100 лир. Такой вход. Поднялись мы на верхний этаж проекта. Входим в квартиру. В этой квартире у нас никто не жил. Новая квартирка. Проект был сдан в 2016 году. Такая вот кухня. Можно купить бытовую технику, мебель и переехать жить. Вот такой санузел, не маленький, просторный. Здесь гостиная. С правой стороны у нас спальня. Просторная, не маленькая. Вот такой вид тут на горы. На крепость Алании. И море также видно. Вот такая просторная спальня. Квадратных метров. Общая площадь этой квартиры вместе с балконом. Вот балкон. Роль ставни у нас есть, но ручки механические. Вот такой балкон. И вот такой вид с балкона. Красота. Видно море, также там и в той стороне, и крепость Алании. Вот. Дорогие зрители, цена этой квартиры 44 тысяч евро. 62 квадратных метров брутто, жилая площадь где-то 54. Находится на верхнем этаже этого проекта. Инфраструктуру вы уже увидели. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. С вами был Агаси из солнечной Алании, район Махмутлар.